В Ливии загорелся нефтепровод, СМИ. Из-за пожара сразу упали объемы производства нефти. На северо-востоке Ливии сегодня, 26 декабря, начался пожар на участке магистрального нефтепровода. Об этом сообщили в Национальной нефтяной корпорации, ННК, пишет Эльвасит. Перед этим стало известно, что одна из веток, ведущая с месторождений Марадов, крупнейший в стране нефтеналивной порт Эс-Сидр, расположенный на побережье залива Сирт, была подорвана неизвестными. Эта магистраль обслуживалась компанией «Эльваха», совместным предприятием ННК и трех американских компаний, в том числе корпорации «Конокофхипс». Как отмечается, на место происшествия направлены пожарные расчеты. Компания-оператор вынуждена была задействовать для перекачки сырья резервный трубопровод, в связи с чем в корпорации ожидают сокращения объемов производства на 70 000–100 000 баррелей в сутки. До инцидента «Эльваха» добывала и перекачивала более 250 000 баррелей в сутки. Между тем в ННК заявили, что причина возгорания пока не определена. Начато расследование. Напомним, в Ханты-Мансийском автономном округе России на одной из нефтяных скважин произошел сильный пожар, в результате которого пострадали 8 человек. По материалам сайта newsgro.com.